Меня зовут Инесс, мне 26, и я работаю в эскорте. Моя специализация — предприниматели. Я люблю роскошь, богатство и внимание. А вот футболисты мне не нравятся. Я передаю их коллегам. Привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно. Инесс, очень приятно. Прошу, проходи. Я расскажу, что нужно. Разумеется. Я покажу тебе комнату. Сегодня вечером дресс-код у нас не строгий, скоро убедишься. Однажды мой клиент готовился подписать крупный контракт с китайской делегацией. Я и представить не могла, что окажусь абсолютно голой на столе.